Специалисты Госгорпромнадзора совместно с органами местного самоуправления и журналистами провели проверки 25 так называемых МАФов, вагонщиков по изготовлению и продаже шаурмы и мобильных кафе, использующих газобаллоны и оборудование. Во время проверок выявлено множество нарушений. В частности, у предприятия не оказалось разрешения на хранение и эксплуатацию газовых баллонов. Выяснилось также, что работники МАФов и кафе не прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. На предприятиях не назначены ответственные лица, которые должны контролировать техническое состояние и эксплуатацию газобаллонных установок. Специалисты Госгорпромнадзора обращают внимание на то, что перечисленные нарушения опасны для жизни и здоровья не только покупателей, но и персонала этих заведений. Проверки предприятий мобильного питания продолжаются.